Итак, сегодня мы клеим на потолок стеклохолст. Сейчас покажу, что это такое. Ну, вот, вот такая вот штука. 40 грамм на метр квадрат. Ой, ну да, по-моему, на метр. Не квадратный, а просто на метр. Стеклохолста. Значит, клеим его потом, после того, как клей высыхает, мы будем шпаклевать прямо по стеклохолсту акриловой шпаклевкой. Это дополнительно, чтобы не потрескался потолок. Дополнительно мы еще клеим стеклохолст и шпаклюем. Если где-то какие-то трещины, то они будут под стеклохолстом. Фирма. Вот тут. Фирма этого стеклохолста. Велден. Сейчас намажут и будут приклеивать. Так, клеим. Клеим стык в стык. Режется даже обычным шпателем, прорезается. Так, наклеили. Теперь по верху стеклохолста, этих вот там на конце тоже надо бы подрезать. Заговариваюсь. И по верху снова наносится клей, чтобы он лучше приклеился. Косы тоже мы все будем проходить, проклеивать. Они уже прошпаклеваны финишной, ну так, слегка.
потом будет клеиться тоже стеклохолст и шпаклеваться уже акриловой шпаклевкой. Эдик засмущался. Он никогда так быстро не работает. А что, клея уже ноль? Да. Получилось, на полкомнаты хватило пачка. Почти. Теперь лишний весь клей. Убирается при помощи шпателя ракет. Края промазываются кисточкой. Вот все хорошо приклеилось. Далее доклеиваем этот потолок, потом этот потолок. Все потолки у нас будут заклеиваться в стеклохолст. Этот потолок. Я начинаю клеить здесь стеклохолст на откосе. Стеклохолст наш высох. Начинаем шпаклевать. Шпаклевать будем два раза. Шпаклюется акриловой шпаклевкой. Вот это акриловая шпаклевка. И потом потолочек будет беленький. Ну, все как бы шпаклюется, потом чухается и красится. Как-то так.